Всем привет! Получил очередной заказ с интернет-магазина Spinning Line. Ну и давайте приступим к его распаковке. Заказ у меня небольшой. Ну и что там? Давайте посмотрим. А там 4 воблера. Ну и, собственно говоря, все. Очень мне нравятся воблеры от компании Yuzuri, в частности Кренки. Ну и, соответственно, я пополнил запас моделью 3DS Кренком. Данная модель выпускается в трех версиях по заглублению. Это SSR-версия, то есть поверхностник, SR-версия и MR-версия. Ну и, соответственно, я взял 3 воблера в SR-версии и одну MR-ку. Ну, давайте обо всем по порядку. Модель 3DS Crank – это, как следует из названия, Crank. Имеет он длину 50 мм, весит аж 8 грамм. Благодаря своей массе воблер летит очень далеко и точно. Приманка выпускается на Филиппинах и имеет цифрово-буквенный код F1139. Выпускается в различных расцветках. Ну вот я взял данную модель в натуральных расцветках. Вот таких вот. Вот эта расцветка, как можно видеть, имеет голографию. Корпус полупрозрачный. Цвет называется HTS. Вот такая вот расцветка матовый белый с красным пузиком. Расцветка TSH. И вот такая вот расцветка под рыбу Аю. Это расцветка CCH. Данные воблеры прекрасно работают как по головлю, так и по изю, щуке, окуню. Воблеры сделаны очень качественно, очень крепкая лопатка. Нередко у меня вот эти кренки бороздят дно, ну и ни разу эта лопатка не подвела. То есть очень качественно воблеры сделаны. Если приходится ловить поглубже, то ставлю MR-версию. MR-ки у меня представлены в коллекции в натуральных расцветках, но вот я взял кислотника. Вот в такой вот расцветке, типа Mad Tiger. Называется она у Yuzuri HT. Ну, как можно видеть, материалы используются японские, производятся воблеры на Филиппинах. Воблер, опять же, очень прекрасно, хорошо работает по разнообразной хищной рыбе. Отмечу тройники, они и не мелкие, и не крупные, то, что надо. Очень острые, качественные. Данные воблеры отлично себя проявили, поэтому планирую еще заказать. Особенно в MR-версии, так как их у меня не так уж много. Ну, на этом обзор закончу. Ссылки на данные воблеры оставлю внизу под видео. Спасибо Spinning Line за быструю отправку. Всем пока!